Списать не получится. 25 мая началась основная волна ЕГЭ в российских школах. В понедельник 11-классники сдавали литературу и географию. Для проведения экзаменов в регионе организовано 81 пункт. Списать будет невозможно, уверяют организаторы. Во всех местах написания ЕГЭ установлено видеонаблюдение, в том числе и в режиме онлайн. Затем, как школьники пишут экзамены, будут наблюдать почти 800 общественников. 25 мая в регионе более 570 ребят написали географию и 507 – литературу. Всего же в этом году единый госэкзамен в регионе предстоит сдать 10 722 выпускникам.